Сегодня поездка посвящена вопросам АПК. Агросезон завершается. Хотелось бы услышать, как оцените результаты и старания наших тружеников села. Год был очень хорошим. Мы собрали 10 миллионов зерновых с крестоцветными. Там же гречка, проса и прочее. Ставилась задача обеспечить 10 миллионов 300 тысяч. Это очень хорошо. Ну и травянистая корма, чтобы скотину накормить, сила, сенаж. Сена значительно больше, чем в прошлом году. Поэтому год очень хороший, несмотря что это високосный, несмотря на то, что это политический был год, ковидный год. И, ну, мы прожили с вами этот год, и вы знаете, что он был непростым, но мы будем одеты, накормлены, и вы, и мы, и дети наши, и внуки все будут накормлены. И продадим миллиардов на 5-6 сельхозпродукции.